Шел третий день заточения дворецкого в квартире. От брата-программиста ни слуху, ни духу. Немає нічого зайвого, все що навколо зону. Що це таке? Мить не залишає тайного, тече як ріка на повну. Пристрасть почу так солодко. Ви це не брат програміста. Хоча, хто його знає? Ти моє молоко, вибух від зіткнення. Боже, я так хотів відпустити у небо. Ты что, не знаешь, где туалет? Уберешь потом за собой, понял? Угу. Ну смотри, я пока пойду пройдусь, если я приду домой и тебя здесь не будет, последствия будут ужасны. Какие это ужасные? Значит, ты сказал ужасные, значит ужасные. Все, пока, я пошел. Бегом, бегом! Надо быстрее, пока хозяин не пришел. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Что это такое? Кто пароль поставил? Точно. Неверный пароль, осталось 4 попытки. 4 попытки? Это не дело так наугад тыкать. О, он свой телефон оставил. Зайдем в телефонную книгу. Так, категории. Лучшие друзья. Лучшие друзья best friend. Лучшие друзья люблю. Лучшие друзья люблю, целую, хэштег люблю, любовь навсегда. Вот это то, что надо. Так, первый у нас кто? Дядя Гриша. Дядя Гриша. Вызываем. Ничего не слышу. На громкую связь. Алло, дядя Гриша, здрасте. А, Дворецкий, это ты? Чего хотел? И как там ходит? Да норм, хозяин. Вы случайно не знаете пароль от компа его? Он из двух слов состоит. А, да не, прости, братан. Но даже если бы знал, ты не сказал. А ты же хозяин. Он меня все время спас от мопса. Эх, близненький. Дядя Гриш, это я вас спас тогда от мопса. А, да, точняк. Ну не знаю. Ладно, попробуй. Люблю Жанну. Это его первая любовь. Ну спасибо, дядя Гриша, спасибо. Ага, ну все, пока. Люблю Жанну. Неверный пароль, осталось 3 попытки. Да. Дядя Гриша, чтоб вас тогда этот моб съел просто-напросто. Тоже мне друг детства. Кто у нас следующий? О, Марик из 3-го подъезда. Позвоним Марику. И сразу на громкую связь. Алло, это Марик из 3-го подъезда? Да, он самый. Хозяин, ты что ли? Не, это Дворецкий. А, ты сопляк. Ты никогда не нравился и не будешь нравиться. Да-да, помню, как вы мне трусы на голову натянули вместе с хозяином. Ты чё? Я не помню этого. Ой, это же он не с вами делал. Ладно, неважно, проехали. Не могли бы вы мне сказать предположительный пароль от компьютера хозяина? Дай подумать. Хозяин, такие как он, не блещет особым умом. Так что попробуй дату его рождения. Да, точно, как же я не догадался, спасибо. Ну все, дурачок, пока. Передай привет хозяину. Дата рождения. Неверный пароль, осталось 2 попытки. Черт. Дата рождения, дата рождения. Да засуньте туда дату рождения. Ладно. Я так ничего не придумаю. Надо выйти на улицу и проверить мозги. Да, точно, так и сделаю. О, свежий воздух. Надо проверить мозги. И все будет хорошо. И подумаю. Хозяин же любит доминировать. Да. Значит, пароль, я доминант, 100%. Я пошел. Хозяин идет. Нужно быстрее, чтобы он здесь не увидел, а то будет капец, капец, капец.
Положи. Не, стоп, 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 стоп. Уехал. Что за люди пошли, а? Вот не то, что мой дворецкий. Порядочные мужчины. Фух, вот это я успел, конечно. Ну что ты, хорошо себя вел? Лучше всех, хозяин. Дурачок ты. Ладно, пойду посмотрю тебе. Блин, надо бы как-то его отвлечь. Хозяин, там в туалете чьи-то кораблики плавают коричневого цвета и не смываются. В туалете? Сейчас я разберусь. Сейчас. Эй, алло, что за дела, дворецкий? Этого хватит, стопа. Хозяин, а вы не могли бы сказать мне пароль от вашего ноутбука? А пароль от моей жизни тебе не сказать. Только попробуй что-то делать с компьютером. Я тебе... Извините, хозяин, но я должен узнать правду. Ну вот как выберусь, сразу тебе наваляю. Сначала с левой, с правой, потом апперкот. Надо быстрее. Так, пароль. Я доминанте. Неверный пароль, осталась одна попытка. Какой, блин, верный пароль? Внимание, говорю верный пароль, дворецкий лузер. Да, хозяин. Ну ты и придумал, конечно. Дворецкий лузер. Добро пожаловать. О. Слава тебе, Господи. Опа. Одно сообщение в скайпе. Приходи на площадку через 2 часа. Отправлено 1.5 часа назад. У меня всего 1.5 часа. Что, надо спешить. Надо спешить. Брат программист, я уже иду к тебе. Ты че, варилаш, сюда иди. Ты здесь? О, брат программист, так вы здесь, типа, сконтачивались. Ну хорошо. Какие новости? Я прибыл по своей базе. Мой брат был участником разговора 2 людей. И что, ты кого-то нашел из них? Да, я его пробил, это был киллер. Я его долго уламывал, но он был крепким орешком. Ну, в конце, когда он был уже почти готов, я нанес последний удар. И выбил из него номер. Так, номер телефона. Ты звонил по номеру телефона? Нет, я предоставлю эту честь тебе, держи. Ты же понимаешь, что это убийца, поэтому будь с ним аккуратен. Да. Договорись о встрече. Да. Все. Пакетом.